Приветствую всех зрителей моего канала. В этом выпуске я решил сделать краткий анонс моей поездки в южную часть Казахстана. Я покажу вам памятные места моего детства и поделюсь красотой этого южного края. Город Тараз, бывший Джамбул, город, в котором я вырос. За последнее время он очень преобразился, особенно его центральная часть. Когда я был здесь в 2019 году, всего этого еще не было. Ссылочку на видео 2019 года оставлю в описании. Обратите внимание, мне первый раз в жизни удалось сделать такой уникальный кадр. Во время съемки ночного Тектурмаса и памятника Аулия-Ата я заснял падающую звезду, а заметил только это при монтаже видео. Так что, друзья, загадывайте желание. А вот район сахарного завода, Сахзавод. Здесь я вырос и здесь прошло мое детство. Река Талас, где мы в детстве с друзьями купались. Кстати, советский сахар, который я показывал в видео про свою землянку в лесу, был сделан именно на этом заводе. Школа имени Чернышевского, в которой я учился. После окончания 9 класса я перешел в 22-ю школу. На момент съемки этого видео как раз шла реконструкция. Отремонтировали старую школу и возвели еще одно новое здание. А вот хорошо знакомая всем джамбульцам зона отдыха Сингирбай. Тут всегда можно классно отдохнуть компанией и покупаться. А еще можно покупаться и порыбачить в зоне отдыха Темирбек. Ссылочка на полный выпуск про Темирбек находится в описании. А сейчас я еду в Рассвет. Это бывший пионерский лагерь в горах, который находится в ущелье Алмалы. Здесь я когда-то частенько отдыхал с компанией своих друзей, а также любил ходить сюда в многодневные походы.
Открыл для себя в этом году священное место Акыртас. Древние руины дворцового комплекса 8 века – это один из уникальных археологических памятников Средней Азии. Сейчас это место является сакральным, и сюда приезжают паломники со всего мира. Посетив Акыртас, мы отправились выше в горы, чтобы отдохнуть и там заночевать. А вот еще одно сакральное место, которое находится недалеко от города Тарас. Это живительный водный источник Аулье-Бастау, священный родник, куда за душевным и физическим здоровьем едут паломники со всех городов Казахстана, а также из соседних Кыргызстана и Узбекистана. В завершении своего отпуска я отправился в город Алматы, где находятся прекрасные горы. Настоящий подарок для ценителей активного отдыха. Этому отдыху я посвятил 2 дня. В первый день мы поднялись на вершину Три Брата. Дорога оказалась хоть и трудной, но очень живописной, с захватывающими дух видами. На второй день мы решили посетить мужской монастырь на территории Иле-Алатауского национального парка в Аксайском ущелье. И по пути заехали посмотреть на каменный замок, который строился алматинцем Иваном Плотниковым в течение 30 лет. Друзья, следите за выпусками, про каждое из этих мест я буду делать отдельный фильм. Чтобы не пропустить выходы новых видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также дублируйте подписку на Яндекс.Дзен, это всего лишь пару кликов. А для тех, кто хочет поддержать труд автора канала, можно отправить свою поддержку по ссылке в описании. Спасибо за внимание.